Наконец-то мы дожили. На российском рынке появилась еда из сверчков. И сами по себе жареные сверчки. И сегодня Фонтанка выяснит, насколько это съедобно. Я сегодня распорядитель ваших голодных игр. В правом углу ринга Евгений Вышенков, человек, который может съесть все, что угодно в этой студии, включая меня. Но это, дети, будет называться каннибализм. В левом углу Эублефар. Его зовут Гриффиндор, сокращенно Грифа. Так, с чего начать? Все такое вкусное, все такое вкусное. У нас есть... С горячего. Да, у нас есть лапша куриная со сверчковой мукой, каша шоколадная со сверчковой, не поверите, мукой. Шоколадная. Да, шоколадная. Вот давайте с супа. Нет, это первая. Лапшичка. Сейчас нормально. И этот хлеб, Хлебушек. Это на десерт. Давай хлеб. Это молодежно и стильно, так что вы не прогадали. Вот я же говорила, все что угодно может сожрать в этой студии. Надо попробовать и сказать, что вы чувствуете. Чувствуется ли вкус сверчка? А вы вообще насекомых когда-нибудь ели? Я ел один раз пуделя черного. Чуть-чуть, аккуратненько. Понюхайте сначала. Да ладно, что там. Вы только не уроните, а то в студии здесь чисто, здесь люди убирают. Так. Ну, да. На что похоже? Похоже на невкусную корейскую кухню. Ну, деточка, кушай, как и я. А, смотри. Нормально? Нормально. Если не знать... Вы это нарочно сделали, я вообще не поняла, что я сделала. Если не знать, что это из тараканов, вы знаете, с Вышенковым на перегонки есть, это гиблое дело. Смотри, как наворачивает, а? Но на самом деле курица не пахнет. Лапша, она какая-то мелкая, желтая, как будто ее сами сверчки вот это сделали. Вот это труднее. Вот смотрите, я только отвлеклась, он уже схватился за кашу. Труднее пойдет. Только не пытайся сбежать, пожалуйста. Ты нам нужен. Ну, так себе. Да? Угу. Сверчки, да? Да, если совсем дело... Вообще кашей не пахнет. Да. И шоколадом не пахнет. Да. Фу. Либо, допустим, в женской тюряге сидишь, да, то нормально пошло бы, да? Рис, гречка, пшеница, кукуруза, перловка, сухое молоко, изюм, какао. Сахарная пудра, мука сверчковая. Вы избалованы. Но, короче говоря, все, что было в доме, собрали, мелко порубили. Открывай. Гриша. Вот животное уже ждет, когда мы не предлагаем грифы ни лапшу, ни кашу, потому что ему это не положено по природе. Уже. А вот сверчков сейчас мы предлагаем. Да, открывайте. Ну, это совсем дело дряни. Фу. А что делать? Вы посмотрите, вот что нам предлагают есть. Вот оно такое прямо, оно двигается, шевелится. Фу! Вы прямо вилкой туда лезете. Это... Это что такое? Это сверчковая попка. Нет, это как... Ой, она с глазами! Фу! Это как мертвый таракан, допустим. Нет. Давай я так нажму, у него рот откроется, ты засунешь. Вот, Женя, те методы, которые с корреспондентами срабатывают, чтобы из них новости сыпались, они не срабатывают с животным. Нет. Вы знаете, по-моему, нам подсунули не сверчков. Эублефар врать не будет. Вот смотрите, он не ест, не хочет. Знаешь, что нужно было? Нам нужно было пиво взять. С пивом бы нормально пошло. Если пьяный, с пивом. Вы это самое, руку из банки вытащите. Закидываешься. Смотрите, какая гадость. У нее голова, глаза, а ноги он потерял в банке. Водички будешь? Слушай, мы за этот ролик деньги получили. А еще знаете, это самое, когда воблу чистят. Мы так ничего не продадим. Как компания называется? Мы должны в конце отбиться рекламной фразой. О-о-о! Изготовить Ставропольский край. Покупайте
тараканов в различных видах ООО «Ставропольский край». Мы вот с вами тут развлекаемся, животное до сих пор голодное. Надо ему предложить что-то. Ну-ка, вот откройте вот это, пожалуйста. Только сразу не кидайтесь есть, это замороженный таракан. Красивенький. Тоже голодный. Давай, да. Можно муху? Оба-на. Опаньки. Пошло. Пошло. А вы можете так же страшно есть? Конечно, если... Вот. Ну, давайте, покажите. Он Гриша съел, все вздрогнули. Давай, еще раз. Дубль. Запоминай движение его. Ну. Опа. Опа. Все, запомнила, да? Великолепно. Вы знаете, по-моему, ящер побеждает. Не-не-не. Абсурд. Так. Да зачем этой животной? Нет, это самое. Что, вы есть их отказались, а я это беру. Ты берешь. Делаешь то же самое. Смотри, я сначала, как он делал, показываю. О, боже мой! Еще раз, Венера. Еще раз. Ну, не удалось, давай. Еще раз. Давай. 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 Даешь. Смотри. Я смотрю, что вы мне руку не отгрызли. О, боже! Здесь моя. Да не смотри. Смотри на меня. Смотри на меня. Ну, похоже, по очкам я побеждаю. А это наши читатели решат. В комментариях, пожалуйста, определите, кто победил в этой битве. Женя! Мужество, либо зверь. Либо грифа. Ну что, еще пару дублей? Да, пару дублей.